Рецепт приготовления бульона из индейки с морковью, сельдереем, луком, чесноком и тимьяном. Для приготовления этого бульона вместо индейки вы можете также использовать курицу или говядину. Если у вас нет скороварки, просто используйте большую кастрюлю с крышкой, доведите бульон до кипения, а затем варите в духовке при 80 градусах в течение 6 часов. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Разогреть духовку до 175 градусов, используя большой нож, аккуратно разрезать каждое крыло индейки, приправить солью и перцем, виоложить индейку на противень и запекать 90 минут, затем удалить их из духовки и дать остыть до комнатной температуры или в холодильнике в течение 3 дней. 2. Очистить морковь, сельдерей и лук, крупно нарезать все овощи, пропустить чеснок через пресс. 3. Виоложить морковь, сельдерей и лук в скороварку, добавить крылья индейки и 3 литра воды. 4. Довести до кипения, после чего уменьшить огонь и варить в течение 45 минут, снять кастрюлю с огня и дать остыть, процедить овощной бульон через сито и охладить, мясо индейки отделить от костей и измельчить. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Хранить бульон в холодильнике в течение 4 дней или заморозить для длительного хранения, использовать по мере необходимости. Когда бульон застынет, удалите застывший слой жира с поверхности. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Крыльев индейки 1-2 кг, моркови 3 штуки, стебля сельдерея 3 штуки, желтый лук 1 штука, веточек тимьяна 10 штук, лавровых листа 2 штуки, чеснока 1 столовая ложка, черного перца половина чайных ложки, воды 3 литра, количество порций 36. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Удачи!